Красиво, а главное – безопасно. С приходом весны запорожские коммунальщики взялись за обновление городских легких. Проводят плановую обрезку деревьев на улице Верхней, на участке от Южного шоссе и до проспекта Соборного. Пока там ограничено движение транспорта. Когда закончатся работы, знает Анастасия Кучер. На улице Верхней с самого утра шумят бензопилы. Сотрудники коммунального предприятия «Зеленстрой» проводят плановую обрезку деревьев. Полностью сухие тополя или те, у которых повреждена корневая система, рабочим предстоит спилить. Таких деревьев здесь 15. Еще несколько десятков планируется кронировать. Это, объясняют коммунальщики, нужно, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций. Перед тем, как спилить дерево, на месте работает специальная комиссия, рассказывают в КП «Зеленстрой». Там, говорят, в каждом районе города эксперты выявляют больные или опасные деревья и ставят на них вот такие метки. По улице Верхней, за нее очень давно просили жители города, те, кто рядом там живут, также просили автомобилисты, потому что там деревья уже никак не обрезались с, ну, я бы так сказал, с 80-х годов, очень давно, там не было никакой обрезки, ничего. То есть деревья пришли уже давно в негодность. Работы продлятся до 7 апреля. На это время движение на этом участке дороги будет ограничено с 9 утра до 16:00, рассказывают рабочие. Уверяют, уже совсем скоро на местах старых и больных деревьев появятся молодые липы и клены. А дрова, оставшиеся после работ, коммунальщики вместе с волонтерами передают для нужд украинских бойцов.